Приветствую. Чтобы скачать выписку по картам, выбираем свою карту. Нажимаем «Скачать выписку». Дальше вы можете выбрать месяц. Выписка за текущий месяц будет доступна 5 следующий месяц, то есть сегодня февраль, то есть будет 5 февраля, а марта будет доступна. Да, это за январь. Вы можете поделиться, сохранить на свой телефон, ставьте лайк, подпишитесь, то есть за январь. Да, здесь дата операции, дата списания, детали операции, да, сумма зачисления, операция с валютой, да. Ставьте лайк, подпишитесь. Так, например, я хочу отправить эту выписку, да, другому банку, да, или кому-то, нажимаю поделиться, вот. Выбираем свой социальную сеть, да, мессенджер, я, например, выбираю WhatsApp, выбираю ВКонтакт. Все, мы отправили.